Я приветствую, друзья, это IT News на Домикен Бизнес. Меня зовут Диас Иркинов. Apple удалила приложение Tugis из App Store. В компании подтвердили удаление своего сервиса из магазина приложений, однако подчеркнули, что уже загруженная программа продолжит работать, а данные в Tugis, как и прежде, обновляются ежедневно, при этом можно и дальше скачивать любые города. В Tugis посоветовали владельцам iPhone не удалять приложение, и если смартфон новый или если программу все же по каким-то причинам удалили вручную, то можно воспользоваться веб-версией, создав для нее иконку на главной странице. Что интересно, в Google Play Tugis по-прежнему доступен для скачивания. Как долго пользователи Android-смартфонов смогут загружать приложение, неизвестно, а представители компании не стали комментировать причину удаления из App Store. Но все понимают, что это все из-за санкций. Сам Tugis 2020 года принадлежит российскому Сберу. И стоит отметить, что большинство его сервисов исчезли из магазина в начале апреля. Сбер продал часть своих активов, но и это не помогло. Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра Око. Продолжим. Полиция Великобритании арестовала подростка, который мог взломать Rockstar Games, из-за чего произошла крупная утечка Grand Theft Auto 6. 18 сентября в сети появилось видео, на которых предположительно демонстрируется игровой процесс GTA 6. Арест стал результатом расследования, в котором участвовали полиция Лондона, национальное подразделение Великобритании по борьбе с киберпреступностью и ФБР. В полиции утверждают, что задержали подростка в Оксфордшире. Что интересно, 17-летний парень, арестованный на днях, может быть причастен не только к взлому Rockstar Games, но и Uber. От хакерской атаки компания пострадала на этой неделе. В Uber заявили, что хакер, о котором идет речь, не получал доступа к учетным записям пользователей, но последствия атаки все еще изучают. В Rockstar Games после слива геймплея грядущей игры заявили, что произошедший инцидент не повлияет на работу студии над игрой и что она должным образом представит GTA 6, как только будет готова. Ну и напоследок, в Инстаграм теперь можно загружать сториз продолжительностью до минуты и приложение разделить его на сегменты. Это нововведение тестировали еще с ноября прошлого года, а теперь оно будет доступно у пользователей по всему миру. В июне соцсеть добавила поддержку более длинных роликов продолжительностью до 90 секунд вместо доступных ранее 60. Кроме того, в рамках обновления новые публикации, где видео продолжительностью менее 15 минут, автоматически публикуются как ролики. Ранее стало известно, что Instagram разрабатывает специальный фильтр, который оградит пользователей от нежелательных откровенных фотографий в личных сообщениях. И, к слову, эту функцию можно будет выключить.